У нас в последнее время начинается все с него. Вот вам, пожалуйста, мы здороваемся с вами. Да. Мама пришла любименькая. Да. Я тоже тебя люблю. Я тоже тебя очень-очень люблю. Люблю настолько, что ты кушать не будешь 2 месяца. Вот теперь. Сейчас покажу, почему. Браво-то, девочки. Браво-то и мальчики. 6200 почти. Представляете? Ой. А что делать? Деваться некуда. Заказала на Озоне. И то смогла заказать только в одном месте. Представляете? Симпарику, или как там девочки мне советовали, она еще дороже. Она от 7 и куда-то там выше на Озоне. Именно на наш вес. У нас вес 40+. В Мартюше больше 50 килограмм. Вот. Срок годности с 22 по 24. Короче, срок годности хороший. А что делать, девочки? Ни в одном месте не могла еще заказать. Потому что нет доставки в наш город, пишет. Я в корзину кидаю. На 3 месяца мы защищены. Июнь, июль, август. В конце августа надо дать еще одну. Плюша. Садись. Ты должен ее съесть. И быть сытым 3 месяца, ё-моё. Все? Мартюш, она такая дорогая, ты так быстро съел, даже не посмаковал. Ё-моё. Ну, хоть облизнулся, и то хорошо. Ой, вкусно было так? Ой, как вкусно-то было. Ой. Все, мама спокойна. Да, а то у мамы паника была. Представляете? Поездила у нас по городу. Надо записать в его книжечку. Вот, поездила у нас по городу, с магазин приехала. Везде только капли. И капли... Короче, забыла какие, которые я вообще бы никогда в жизни не взяла. Вот честно. Инспектор, во. Капли инспектор. Я вообще не понимаю, как они могут помогать. Вот нам 6-й год, и Бравекта мы пользуемся все это время. И не было ни разу никаких проблем. Да, не спорю, клещи впиваются так же, но они тут же умирают. Тут же они ничего не успевают сделать. Выпустить свой яд. Вот. Мамину красавицу, да. Скажет, у мамы была истерика. Нет таблеток, плюшеньки. Да, моя ты рыбка. Вкусненько было. Ты расстроился, что ты будешь голодный 3 месяца теперь? Похудеешь, Мартюш, на килограмм? На килограмм таблетки есть. Везде. А вот на 50 килограмм таблеток нету. Да. Представляете? Ну как так? Ну что, ну ё-моё. Ну столько крупных собак в нашем городе. И не завозить для крупных пород ничего. И у всех одна отговорка. Амнистия или как она там... Все запретили, ничего нельзя. Я говорю, ну есть же аналоги Бравекта. Привезите их. Во Владимире полазила на этих всех магазинах 4 лапы и все такое. Там тоже нет на этот вес ничего. Вот именно на этот вес ничего нету. На маленькие породы все есть, пожалуйста. А на нас нету. Да, моя рыба. Бежают, скажи.
всех крупных, в меру упитанных. Ух, мы вам. Ладно, короче, разговорилась тут. Взяла яички. Ё-моё, выбирала, какую-то херню взяла. А, кинза, потому что она последняя была. Петрушка. Мартюши. Индейка. Сейчас на ужин полакомится. Полкило здесь. Полуфабрикат из мяса. Кусковое, бескостное, охлажденное филе малое. Ему перекусить хватит пополдникать на сегодня. Вот. Я ж его люблю, господи, боже мой. Нет, у нас еще есть там, не подумайте, рубец еще чуть-чуть есть. Кашу есть с чем варить. Ну вот уже прям вот мяска-мяска-то уже закончилось. Поеду скоро покупать. Укропчик. Девочки, не знаешь, куда засунуть эти деньги? Вот 6 тысяч отвалило за эту таблетку. В том году 2 тысячи стоили, в этом году 6 тысяч. Ну это куда нахрен? На 4 тысячи. Я понимаю, что санкции, ну не настолько. Лук. Огурцы. Кто догадался, что я буду делать? Редиска. Колбаса у нас есть. Картошка. Специально помельче взяла. Вот. Минус 10% тут чего-то скидка на что-то. На следующую покупку от 600 рублей. Скидка с 29 по 31 мая. А сегодня какое? 27. Купон на скидку. 10%. А чё нет? Да? Если больше 600 рублей куплю, значит мне будет скидка. На следующую покупку от 600 рублей. А я меньше 600-то никогда и не покупаю. Все надо сохранить. Вот так. Сейчас поставлю картошечку, отварю, яички отварю. Все приготовлю. Сделаем с дочей целую бадью окрошки. И будем есть неделю, потому что такая жара стоит. Если дождя не будет сегодня, завтра, значит, съезжу в лес завтра за мохом. Если нет, то значит, не поеду, потому что там очень много воды. Мамина красавица. Да, мамина ты красавица. Да, мамин. Сейчас мама порежет тебе мяско. Мы уже тут как тут. Ждем у моря погоды. Штаны слетают. Ёкарный бабай кофе пролила свое недопившее.
какая-то кашку ему сварю. Ну, добавлю в кашу, точнее, к тому мясу. Вкусненько. Любим мы мяску-то. Ой-ой-ой. Все? Скажи, я и не понял, что это было. А было ли, мам, говорит, чего вообще? Ё-моё, где, говорит, что мне накладывали? И что ты замер? Все, иди переваривай. Молодец. Все, поел. Сидеть. В ожидании чуда. Оставим на супчик. Так. Картошечку. А кто заметил вообще, какой первый гриб я нахожу каждый год? Вот каждый год это, наверное, мой уже ритуал. Я картошку мою. Ну что, вы уже пишете? Ладно, все равно ж не отгадаете. Самый первый гриб всегда, каждый год, это подберезовик. Потом я их практически никогда больше не нахожу. Ну, потому что я вам говорила, что я их не очень люблю. Если хорошие, маленькие, чистые, я могу их взять, чтобы посушить для себя, потому что вот именно в сушеном виде они придают очень вкусный такой хороший аромат. Для девочек, конечно, я их вообще никогда не собираю. Ну, для девочек, для мальчиков. Кто берет у меня каждый год белые грибы сушеные. Такой обиженный, как будто ему ничего не дали. Ты 6000 мартюш за раз съел, веришь, сына? Мам столько не съедает за раз. 6300, нет, 6400, 6200 таблетка и 200 рублей мяса. Как сделаю много-много окрошки. И все. И жизнь удалась. Вот что я вот это вот все купила. Зелень дорогая, зараза. На 800 рублей. А кушать будем не один день. Сэкономила я сегодня? Сэкономила. Вот.
У меня иногда включается. У меня я вся в покусах, кстати, с леса. Видите? Здесь у меня вообще отекшее прям было даже. Не знаю, кто меня так царапнул, там куснул. Зараза. А в этом лесу клещей, мама дорогая, я больше в жизни туда не поеду. Девочки. Никогда. Нет, я туда поеду, но в конце лет. За белыми грибами. Ну, за лисичками даже не хочу туда ехать. Может, найду где в другом месте. Там я знаю, что они каждый год бывают, но не хочу. Сколько клещей я на себе собрала, не хочу. Кстати, я еще даже не помылась, приехала. Я сняла с себя это самое, все стряхнула. Надеюсь, никто в меня не вопьется. Хватит 8 яичек, да? Мартюшка, уйди, сын. Сапоги свои резиновые притащила. Сейчас брошу в машинку, пусть стираются. То утонула в них. Все, пускай варится картошка, яички. Лепота. Надо, подумала я, надо перемыть все остальное это. Редиска такая крупненькая. Я раньше Мартюшу всегда с собой в тот лес брала. У меня даже где-то видео есть, где он там. Там такая канава сейчас прям с лужей, большой. Вот. И он в этой канаве всегда купался. Вот сегодня бы я его взяла. Представляете, сколько клещей на нем было бы. Да, мой зайка? В березовом лесу в смешанном всегда много клещей. А вот именно где много сосен, там клещей нет. Ну, они есть, но не в таком количестве. По крайней мере, я на себе еще их не приносила. А тут вышло у меня все штаны обляпаны клещами. Хотя я брызгалась. Всякими защитными средствами. Половину порежу, половину уберу.
все. Мне кажется, что по мне, на мне два капюшона были. Надеюсь, на голове их точно не должно быть. Я надеюсь на это, конечно. Уберем и кинзочка, девочки, только что-то она мне тут не нравится. Надо выбирать. Сейчас буду выбирать. В общем, сейчас помою зелень, все порежу, подготовлю пока. Зеленушечка. Три вида. Так у меня нет большой такой кастрюли. Кажется. Лучок сейчас покромсаю. Мартюш сидит, выпрашивает зеленушку, наложила ему, он не ест. А сидит, просит. Да, Плюшка? Чё просишь, раз не ешь? Сейчас найду большую кастрюлю, у меня где-то есть. Яйца почти готовы. Положила ему огурчик туда, в зеленушечку. Теперь все ест. Хитрожопый, а? Кушай, кушай, про тебя говорю, да, кушай. Кушай, мама не ругается. Как будто мама вообще на тебя когда-то ругается. Ладно, говорит, поем, так и быть. Редисочка. Огурчики уже покрошила, редисочку. Что еще? Яичко сейчас сварится, колбаску сейчас покрошу. Так. Ну так чаю оставим на завтрак. У меня просто там тарелка стоит. Ее поставить некуда.
В общем, колбаска, яички, куриные, картошечка еще варится. Сейчас еще три покромсаю. И все. И останется только картошечка. Попробовать надо. Вкусное, нет? Угу. Съедобное. Нормально. Вкусно. Ну вот, картошечка. Ой, и каю сварилась. В нелупешках. Так говорила моя бабушка всегда. Картошка в нелупешках. Вот и все. И все готово. Картошечка готова. Почищена, порезана. Не хочу, у меня же есть вот эта резалка. Но не хочу ей резать. Мне кажется, так быстрее. Даже быстрее, чем на доске. Можем кушать. Сейчас все перемешаем, если получится. Должно получиться. Ё-моё. Моё-ё. Не получится. А вы тазики. Да нет у меня ни хрена никаких тазиков. Вот и хрен-то. Что тазиков-то у меня нет. А что делать? Как-то надо выходить из положения. Это мне, любимый. Дочь, зеленушки много попалось. Так, это дочь. Девочки, я ничего не забыла положить. Ну, теперь можно перемешать.
Убираем в холодильник. И неделю, наверное, сытые. Пришел. Гулёна пришел. Сразу к воде. Да, Мартюшка? А мы кушать. Чё-чё? Домашний аппетит не выглядит? Угу. Ну так, мама же делала. Домашний еще и вкуснее. Надеюсь. Чё, надеюсь, ты уже делала? А? Ты уже делала, вроде. Конечно, делала, дочка. Мы ж не всегда. Я на что-то наступила. Ты с квасом? Да. А я с айранчиком. Сегодня. Надо допивать, а то испортится. Ё-моё, зачем руками взяла? Дочь, тебе надо соль-то? Да. Тебе посолить? Да. А? Да. Я посолила. А ты же уже принял таблетку? Да, он уже съел ее. Сытый уже на 3 месяца. Ты стоишь на эти листики. Да я говорю, на что-то наступает, Эль. Зеленушка попадала. Ё-моё. Матюша поел, зеленушка упала. Да. Мартюша раскидал зеленушку. Я не уберу с тобой. А лепота. Страшная сила. А вот мой трофей. Пускай сохнет. Каждый первый мой гриб не только такой собирается, еще и высыхает прям вот здесь вот. Ё-моё. Кажется, я перестаралась, очень много наложила. Ну ладно. Я знаю точно, что я справлюсь. Всем приятного аппетита. Конечно, домашний вкуснее. Хотя вроде какая разница, да? Продукты-то все одни и те же. Это сделано с любовью. Лепота. В домашнем зеленушечке больше. Очень вкусно. Вроде дождя нет. Я вчера в гараж еле проехала. Что тут попалось?
Там после дождя размыло конец новой дороги. С закрытыми глазами ехала. Говорю, застряну. Пойду искать трактор. Ну, проехала. Включила принудительно еще полный привод. Блин, все. Мне теперь будет казаться, что меня жрут везде клещи. Проехала. Больше не поеду. Лучше донесу пешком. Потому что, ну, не дай бог, на какой там штырь напарюсь и загублю машину. Дольше вкусно? Угу. Даже без хлеба, вы заметили? Не хочу. Потому что лето. Жарко. Земляножечка. Вот теперь можно завалиться на диванчик и полежать. Все, мои хорошие, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Спасибо всем на Ярусе за комментарии, за монетки, за подписку. На Дзене большое спасибо всем за комментарии, за подписку тоже. Ну и, естественно, на Ютубе тоже всем большое-большое спасибо. Да, и про Рутуб не забывайте. Ну, это кому где удобно смотреть. Вот. Ну, а я пойду загружать для вас это видео. Маленечко отдохну.
Устала по лесу блуждать. Какой бы красивый свежий воздух не был, а ножки устают. Всех люблю вас. Всех целую. И всем пока-пока.